Привет, друзья! Субботнее утро на пляже. Как же пляж-то называется? Келичка. Ну, вот там дальше наш Гастагайский пляж. Дальше переполненная Анапа. Ласковое море. Вот мы искупались. Уже, наверное, полчаса мы здесь. С полвосьмого. Короче, мы здесь. А волн было поменьше, а вот сейчас накат усилился. Народу пока очень мало, ну пляж заселяется. Прекрасные чистые пески пробороненные. Вода чистая, прозрачная, теплая. И вот оно, короткое видео с участниками анапского лета. Как вам лето в Анапе? Лето прекрасное, сегодня вода прекрасная, пляж, которого не было давно. Чистая. Даже ноги там видно под ногами. Чистая вода, мало медуз и почти нет травы. Так что мы поплыли. Люди не мешают вам? Говорят, мы нашли пляж пустой практически. Вот туда гляньте, море народу. Там тьма тьмущая. А у нас мы плывем свободно. Купать. Мы поплыли. Да, правда, вон там вдали много-много народу. Удастся мне. Ужасно. Ну, для нас это, наверное, не самый лучший купальный сезон. Весна была долгая, море долго было холодным. Потом были всякие разные другие заботы. А вот неделю назад был такой шторм, ну, собственно говоря, нет, шторм был неделю, после него море устаканивалось, все речки, которые после линии впадали там в Абхазии, в Туапсе, все прочее, наверное, загрязнили море, в общем, все было как бы не очень. Ну вот сейчас самый настоящий высокий сезон, самое красивое море, просто великолепно. Хотя, конечно, где-то по берегам какая-то трава есть. Но здесь вот у нас полный кайф. Мы сначала были в одном месте и потом перешли вот сюда. Но здесь просто для картинки. Для рекламного ролика тут снимаем. Вода прозрачная, волшебная, море чистое. Народа нету никакого. Какие-то сказки, что в Анапе все переполнено. Где оно переполнено? Времени, кстати, уже 9 часов, уже 10 часов. Ничего у нас тут не переполнено. Наверное, где-то в городских кварталах, может быть, великое множество народа. У нас их нет. Это классно. Не тоскуем мы по людям, надо сказать. Ну, хотя вот в эту сторону, если повернуться, то кажется, что людей много. Ну, обман зрения такой. Если снимать плоскостный снимок, то на ближайший километр все люди входят в твой кадр, и получается ужас. Отдыхающие после завтрака, после утреннего променада. Да, господи, какой-то клоп по мне ползет. Постепенно подтягиваются. Хотя, конечно, самые первые люди уже в 7 утра выходят. Великолепное море. Наш Гастагайский пляж раньше был таким просторным. Теперь заселенный, как центральный пляж почти.
ну, 300 метров от того места, где мы купались. Насколько у нас было просторно, насколько людно здесь. Ну и море, конечно, людей. И это все, что я вам хотел сказать про нашу жизнь на Нате 22 июля 2023 года.